Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у нас есть задание. Фирма Binatech, производитель средств для уборки дома, средств для личной гигиены, прислали мне свою продукцию на испытание. Средства для стекол. Универсальное моющее средство многоцелевого назначения. Средство для ковров. И высокоэффективное моющее средство для полов. Вот все эти средства мы с вами сегодня испытаем. И сделаем честный вывод. Как оказалось, производителя это не остановило и не смущает. Значит, фирма Binatech уверена в своей продукции. А теперь мы испытаем их средства и посмотрим, правы они или нет. Интересно же. Но почему нет? Все будет происходить на ваших глазах. Первое из средств фирмы Binatech мы испытаем с вами средство для мытья окон. Вот так оно выглядит. Вот поближе. Отношусь скептически, сразу скажу, но посмотрим, каков будет результат. На средстве написано: высокоэффективное чистящее средство для стекол, витражных, инкрустированных, рифленых, хрустальных изделий и зеркал. Средство глубоко очищает поверхность, создает антистатическое покрытие, предотвращает запотевание и не оставляет разводов. Легко справляется с органическими загрязнениями, а также с растительными смолами. Применение. Готовый к применению продукт, распылите средство на очищенную поверхность с расстояния 10-15 см. Распределите средство по поверхности, особенно загрязненные места. Потрите. Оставьте средство на поверхности на 1-2 минуты. Не допускайте высыхания. Удалите загрязнение с поверхностью с помощью влажной абсорбирующей салфетки. И вытрите насухо. Все. Все очень просто. Удобный курок. Вы все уже знакомы с таким устройством. Как здесь пишут, удалите загрязнение с поверхности с помощью влажной абсорбирующей салфетки. У меня нет абсорбирующей салфетки. У меня есть салфеточка обычная бамбуковая, и все. Я попробую сделать ей, и посмотрим, что получится. Я буду работать без перчаток, потому что производитель утверждает, средство для мытья окон на основе натуральных материалов не вызывает аллергии и атопического дерматита. Следующим средством для нашего испытания будет вот такое средство для чистки ковров. Высокоэффективное энзимное чистящее средство для ковров и ковролиновых покрытий из искусственных и натуральных волокон. Средство снимает статику с изделий, устраняет запахи.
Применение. Перед использованием средства взболтайте, приготовьте рабочий раствор, следуя указаниям по разведению, распределите пену по поверхности ковра губкой или распылителем с пенообразующей насадкой. Оставьте на очищаемой поверхности средство на 1-3 минуты. Не допускайте высыхания. Соберите остатки загрязнений и влаги абсорбирующей тканью или пылесосом. Я буду собирать пылесосом. Про это средство производители вот что пишут. Средство для чистки ковров не вредит структуре ковровой ткани, не вызывает аллергии у детей и домашних животных. У меня собачка, вы прекрасно знаете. Делаем раствор и приступаем. Пробовали средства для чистки ковров. Я считаю, что средство испытания тоже прошло. Ковер у меня старый. И чтобы его очистить до яркости, очень много все время требовалось усилий. Но это средство действительно хорошее. Оно действует. Советую. Следующее средство, которое мы будем с вами испытывать, это вот такое средство. Эффективное, универсальное, энзимное, моющее средство многоцелевого назначения. Можно использовать для чистки любых поверхностей, посуды, кухонного оборудования, ручной машинной стирки, как самостоятельное средство или в качестве добавки к стиральному порошку для мытья полов и тому подобное. Средство рекомендуется использовать для мытья парилок и саун. Я его попробую использовать для кафельной плитки в ванной комнате. Сразу будет видно, работает средство или нет. Что пишет производитель? Производитель по поводу этого средства пишет. Универсальное чистящее средство – это первое в мире средство с симбиотиками. Комплекс пребиотики плюс пребиотики. Чистит любые поверхности, не вступает в реакцию с материалом. Приступаем к испытанию. Смотрите, мои хорошие, я еще это средство не смывала. Прошло 15 минут. Вот смотрите на эту плитку, видите на ней налет? А эту я еще даже не смывала, но на ней налета уже нет. Теперь смываем. Чтобы сразу увидеть результат, хочу протереть тряпочкой, чтобы сразу было видно. Плитка моя высохла. Вот вы можете видеть результат. Могу сказать, что это средство тоже работает. Удивлена, честно говоря, так же, как и вы. Вот смотрите, вот у меня известковый налет. На этой плитке известковый налет. Эта плиточка идеально чистая. Хорошее средство. Испытали мы с вами многоцелевого назначения средства. И я убедилась, оно работает. Только пальчик вверх. Молодцы. Хорошее средство. Теперь будем испытывать другое средство. Вот так оно выглядит. Высокоэффективное средство на микробиологической основе для всех типов полов. Средство обладает дезинфицирующим эффектом длительного действия, подавляет вредные микробы, уничтожает неприятные запахи, формирует положительную микрофлору, не пенится, что позволяет использовать средство в поломоечных машинах. Приготовьте рабочий раствор, следуя указаниям по разведению.
Нанесите средство и оставьте на поверхности пола на 1-3 минуты, не допуская высыхания средства. Удалите загрязнение тем же раствором или просто водой. Мы с вами попробуем удалить его просто водой. Что пишет производитель про это средство? Средство для мытья полов на основе пробиотиков. После мытья полов с помощью средства полы долго остаются чистыми, так как пробиотики поедают грязь. Посмотрим, как они ее поедают. Хорошие, подведем итоги. Средство для полов работает. Даже вот сейчас, передвигаясь по полу, он у меня под тапочками, даже, знаете, вот скрипит, как чистая посуда. Знаете, вот когда моешь посуду, скрипит. Вот так же скрипит пол своей чистотой. Запах очень приятный. Что могу сказать? Средство, испытание тоже прошло. Редко встретишь производителя, у кого все средства, которые, вот, например, мне прислали для испытаний, работают. Я вам сейчас покажу, как выглядит товарный знак фирмы. Вот так. Вот что пишет производитель. Представленная здесь продукция марки Benotec интеллектуально, абсолютно безопасно, содержит живые пробиотические организмы, применима в различных условиях сочетания и может быть взаимозаменяемой и взаимодополняемой. Также производитель мне написал, что у них есть такое называемое УТП, уникальное торговое предложение нашего товара, что отличает их от конкурентов. Мне кажется, стоит зайти на их сайт и посмотреть. Средство для стекол – отличная вещь. Средство для ковров тоже работает. Средство для полов работает. И универсальное средство многоцелевого назначения тоже работает. Сразу сказала, отзыв будет честный. Если плохая продукция, я скажу, что плохая. Но менеджера этой фирмы это не напугало. И вы знаете, вот это, наверное, сподвигло согласиться. Хорошая продукция. Выше всяких похвал. Оказывается, есть производители, у которых честная продукция. Для меня это неожиданно и очень-очень приятно. Вся продукция фирмы работает на 100%.